Всем привет! В сегодняшнем видео расскажем вам о последней нашей поставке курточных тканей на Синтепоне. Погода сейчас холодная, хочется утеплиться как можно больше, поэтому рекомендуем рассмотреть данные варианты. Это готовое полотно, то есть курточная ткань, простегнутая Синтепоном, и она готова уже сразу к пошиву курток или пальто. Примерная общая плотность данного материала 281 грамм на метр квадратный. Если использовать только один этот материал, то получится ваше изделие демисезонным, то есть на какую-то смежную погоду. Для более холодного времени года все-таки лучше использовать еще дополнительный слой синтепона. Итак, рассмотрим, какие вариации данной ткани у нас есть в наличии. Первый тип – это курточная ткань на синтепоне полосы. Полосы 10 см, и они идут вертикально кромке. Лицевая курточная ткань мягкая и гладкая, имеет благородный матовый блеск. Ширина этих тканей 150 см и страна производства – Китай. Помимо куртки вы можете также шить безрукавку, жилетку или съемный капюшон, который является сейчас очень модным аксессуаром. Следующий вид курточной ткани – это вот такие луковички. Здесь есть очень стильные и яркие оттенки, которые стали трендовыми в этом сезоне. Посмотрите, какой яркий и насыщенный розовый цвет. Прекрасно будет сочетаться с зелеными оттенками, например, вот с этой курточной. Плотность у всех этих курточных тканей одинаковая, 281 грамм на метр квадратный, но визуально может показаться, что синтепона чуть-чуть больше или чуть-чуть меньше, в зависимости от цвета. В любом случае, для более плотного и более теплого изделия рекомендуем использовать дополнительный слой синтепона. Переходим к следующему виду, это большие квадраты, сложенные из треугольников. Здесь тоже есть яркие модные трендовые оттенки, а также вот такие нейтральные и универсальные. Курточная ткань на синтепоне – отличный выбор для тех, кто любит куртки, удобство и комфорт. Если это видео было вам полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А также пишите в комментариях, на что еще снять обзор.